Хей, окей, с вами Шимити, и это The Binding of Isaac Tributes Plus. Давайте сегодня мы с вами сыграем за Айсака, а уже в следующих забегах будем просто нажимать рандом. А почему бы и нет? Поэтому погнали. Изик. Изик. Понятное дело, что я буду... О, вы заметили, да, у меня эти сменились сбоку. Херюшки. Теперь у меня новая механика. Смотрите, мы заходим в шипастую комнату. Опа, мы нашли предмет, мы его забираем. Ой, слишком много дамага получил. И у нас предмет на дамаг. Если у нас здесь повезло, значит мы идем дальше. Делаем давайте так. Почему бы и нет? Типа халявный предмет, почему бы и нет? Так. Мне просто сам по себе, ну, Айзек нравится то... Ой. Айзек нравится только как персонаж, если с реролом, с D6. А у него D6 нету. Если брать персонажей по имбовости, первый будет, конечно, Айзек. Ну, только с D6. А так занимает Азазель. Потому что у него в начале есть и карточка Full, куда, когда мы телепортируемся на свой респавник. Мы сохраним себе жизни. Ну, это в основном, когда шипастую комнату, либо типа... Пошли в комнатку на дуэльку. Я хочу еще другую поискать. Так, 40 дэмэджа, норма. Ну, хотя, знаете, если у нас будет предмет за шипами... Опа, тихо. Лаки какашка. Я вот думаю, нужно мне вот это еще... Мод, типа, который стоит у меня сейчас. Так, бомба. И тебе. Вот черт. Глупый камешек. Хотя мы можем один предмет получить. Не знаю, есть ли он у меня. Опа. Ирзап. Нам нужно открыть все магазины во всех комнатах. Ну, во всем забеге. В принципе, можно сейчас на это концентрировать свое внимание. И попытаться за счет этого получить предмет. Предмет мы получим с вами рюкзачок, который позволит нам носить с собой один активный предмет. Ой, тихо, я тебя понял. Это, кажется, который только бегает, да? И стреляет. Бегает и стреляет, он мух не создает. Он противный, то, что он постоянно бегает. Да, популяйся. Ну вот эта форма его легкая. Не, конечно, пикапом... Нет. Хотя орбиталка, которая защищает слез... такое. Так, давайте я этот вырублю себе, значит. Сейчас, подожди, 5 секунд. Там. Тайминг, тайминги. Чего? Когда мы, получается, будем с вами... Ай-яй-яй. О, защитила меня. Потеряем с вами ключик на золотую комнату. То есть у нас выбор. Вы видите, вот единственный плюс от магнитика. Что наши... Что мы типа притягиваем к себе то, что нам нужно. А вот я хочу, чтобы оно все притягивало. Так, отлично. Блин, не знаю. Терзап? Мне бомба нужна, срочно. Ручно. Мне нужно срочно бомба Сенкс. Сейчас заюзу здесь бомбу. Терза получу. Зайду пол... Как, кажется, у Айзека 4-то минималка. Ну, если брать предметы, то 1-2. Бомба на бомбу, отлично. Ну, погнали, я думаю, сразу на босса. Чтобы у нас сделка открылась. Потом пойдем по комнатам. Глупая комната, мне не нравится, когда они такие маленькие. Возможно, все. Особенно, когда вот этот челик прыгает. Но я ж профессионал. Поэтому он по нам не попадет. Так, спидапер. Ну чё, пацаны, ГГ. О! Крампус. Мы разблокировали Крампуса.
Бримик. Вот бримик у этого, ладно, норм. А вот бримик питомца есть. Там жесткий. Да не, все, ребят, это... Ого, ты какулька толкнул. Это имба. Не знаю, почему мне так везет на дропики. Ну, я везунчик, но вы сами понимаете. Бля, как? Я ж профессионал, да? Я знаю тайминги. И все такое. В принципе, нам можно уже вещи не собирать. Даже... Это то, что я вам говорил. Блин, у нас один ключ. Мне нужно два ключа. Хотя бы. На одну золотую комнату я открою комнатку. Хотя... Минус кокульки. Хотя можно D6, я уже все равно заюзал. Можно просто с собой взять. Пускай будет. Тихо, тихо. Пацанчик, спасибо за ключ. Почему бы нет? Тяни сердцем, почему бы нет? Можно зайти в принт. Почему бы нет? А, я... Хотя... Эх, блин, вот если полет был бы у меня... Было бы отлично. Почему ты фризишь? Не фризь, блес. Не надо так делать. Так, идем за картой. Two of hearts, у меня одно сердце, поэтому... Заходим, ребят. Давайте, ладно. Да уж. Рерол. О, спасибо за бомбу. Теперь у нас еще плюс самонаводящиеся слезки будут. Уже только от этого челика. Поехали. Jump. Теперь мы сделаем все, я думаю. Первым делом нужно открывать магазины. Чел, ты проигрыш. Так, тринька такая себе. Молец, молец, молец. Пуляй, пуляй. Хорош. У него тоже слезки такие, более домашние. Итак, посмотреть. Куча взорвалась. Там бомба, кажется, выпала с кого-то. Ключик. Вот ключик, это хорошо. Вот этот. Ну, в принципе, ладно, магнит тоже плюсик. Из того, что он притягивает к себе. А вот то, что он пилюльки не притягивает, это плохо. Идем вверх. Молодец, стреляй. Отлично. Ключ, мне нужен... Так, у меня ключ есть, золотую я не пойду. Сначала магазин. Ого. Так, магазин пополняем, ребят. Либо карты можно купить. Давайте карту по скидке купим и заполним магазинчик. Класс. Lovers. В принципе, если мы тушку этого найдем... О, боззо. Новый предмет, ништячок. Монетки, ништячок. Тихо. Если выпаду даже сердца, выпадет монеты, мы все равно в плюсе будем. Босса, да. Сейчас для меня важно это походить во все комнаты, чтобы пособирать дропики. Дропы для меня самое сейчас важное. Самое важное дроп... Это из этого. Ключики. Лец. Чего не выпало? Вчера не выпало. Заходить внутрь я не собираюсь, потому что я только потеряю. Вот заходим, ребят. Ну, типа, за всю же комнату должен быть один хотя бы ключ, поэтому, да, заходим. Ладно. Но я чувствую, что это будет мне потом худо от этого. Мы это много раз видели, как она меня взрывала. Ну ладно. Нет. Хорош. Ладно, от этих... От большого можно как-то выворачиваться.
О, терзап. Ништяк. Можно взять муха создателя. Можно взять сердце. Плюс у меня будет дамаг еще. Когда типа мне ни одного сердца, no hero, у меня получится выше дамаг и больше. 1.5. Норма, берем. Смотрите, выходим. У нас дамаг 7, все. Отлично. Теперь главное, чтобы мне с картами везло. Блин, норм карты. Заходим. Думаю, никто не удивится, то, что я их взорву. Класс. Ладно, выгодно. Минус. Единственный минус, то, что у меня... Оп. Magic. Так, lovers. Сердца. И не сердца. И темс рум. Не, кокульки мне важнее. Кокульки будут поважнее. А кто из них взрывной был? Я даже не заметил. Так, ключик. Изи. Изи. А, мышь летучая, точно. Главное не получать дамага. Pretty fly. Это хорошо, тихо, не берем батарейку. Есть хорошие батарейки, поэтому. Так. Да, давайте. Блин. Ладно. И плюс и минус от босса. Ну так я в конце открою. Босса нужно грохать. Ты ласт. Кто ласт? А, все. Мэджик, мэджик. Классно. Отлично, что сказать. Ну, давайте тогда... Где? Мун, полетим. Ох. Еп, еп. Лай. Эп. Very good. Very nice. Very good. Very nice. Везет. Так, берем. Джокер. Берем пока что Magic с собой. А уж потом, если... А, у меня сердец даже, если так, нету. Будем... А, все, я могу теперь в эти залетать. Плюс черное сердце. Минус черное сердце. Но я верю, что мы пройдем. У нас так больше красных сердец там мне не надо. Своим собратьям полетел он. Опа! Новый предмет. Toy Club. Больше ключей. Easy. World. Заюзаем. Берем. Отлично. Заходим тогда. Без угрызений совести. Лемон. Проливаем. Оно нам все равно не нужен. Не, Magic я возьму. Мы сделаем вот как. Сначала я зайду. Хотя можно сразу к Джокеру зайти. Или не, ребят, как делаем? Почему бы нет? Ну, сразу. Джокер. Джокер. Мы здесь ничего не теряем. Только паучки. Сердце плес. Ерзап. Ох, отлично. Так, фул. Черед. Ладно, возьму Magic. Да, предметик норма. Забег хороший идет у нас. Секрет с рума. Есть еще секрет с рума, хотите сказать? Здесь нету. Ладно, так, пробегу по-быстрому. Зайти в магазин.
дойти к боссу. Используй magic. А вот теперь у меня тут вопрос будет. Ребятки, а куда мы с вами пойдем? Ну, что будем брать? Можно взять magic против боссов, либо можно взять world. Я насчет такого, чтобы взять world. Пускай лучше мне спалит инфу насчет врагов. Известная. One small nor. Так, там бомба нам выпала. Ну ладно, мы все равно вернемся, поэтому не страшно. Не страшно, не страшно. А вот то, что мне нужно, это мне нужно. Мне нужно, нужно. Tower. Отлично. Секреток не выпало нигде ничего. Magician. Да-да-да, попрыгай. Плюс хп, внутрь заходить не будем. Че? А, минус дамаг. ГГ. Ладно, что здесь у нас? Линию копилку я возьму, потому что больше я ее уже брать никогда не буду. Так, погнали за картами. Я думаю, World возьму. Блин, это серьезно, значит, тупанул. ТП. Хотя ладно, если у меня выпадет снова сделка, по сути, у меня будет дальше увеличенный шанс. Если сейчас он у меня не пропадет. Изи. Сейчас зайдем, короче, если выпадет, сразу сделаем сделку. Мне красные сердца не нужны. Ага. Окей. Отлично. Отлично. Ну, а ключей, я думаю, у меня уже, в принципе, достаточно, да? На весь этот забег хватит. Поэтому давайте фастом играть. Видео тоже время занимает хорошее. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Дук. Так. Не, хотя нужно во все комнаты позаходить. Ради карт хотя бы. Lovers. Раз. Два. Комната. Ладно, давайте тогда я найду магаз. Находим магаз, покупаем все, что там будет. Потом в эту комнату вернемся и взорвем ее херам. Блин, я че это тупанул? Я мог сэкономить. Класс, ладно. Я мог... Хотя... Блин, да, я тогда меньше потратил бы. Ладно. The Magic. Ту подушку я брать не буду. Нормально, нормально, нормально. Телепорт. Зуб. Лучше возьму сердце. Херманс. А Херман-то у нас тут нигде нету. Поэтому сорри. Ага. Thanks. Отлично. Вот если у нас пол сердечка остается, это нормально. Типа мы все равно ничего не теряем. Так, плюс 5 бомб. Так, я фул. О, скидка. 50% ништяк. Тихо. Не хочу ключи тратить. Ништяк. Так, хп плюс дамаг. Не, карта сама по себе прикольная, но... НХП собираю, вот это нахера оно мне надо.
Зато я могу так себе вот фармить монетки. Фарм монеток разрешен. Так, magical. Темного убираем. Шанс того, что дадут предмет за удар. Давай. Почему лучше не стреляешь? Стрельнул, хорош. Это быстрая тварь. Все, он застрял. Пипец у меня скорость атаки 15. Довольно это быстро для Брима. Плюс еще скорость атаки. Ух, не увеличилась. Так, я урон потерял. Бежим обратно за предметом. Да-да-да. Хотя, может его с собой взять? Бесплатные монеты. Почему бы нет? Ай, бля. Нужно было к младенцу зайти. Черт, я тупанул. Ладно, залетим тогда сюда. Так, восполнились. О, здорово, ребят. Блин, я ключ потратил. Ну ладно. И вернули его обратно. Так, терзат. I'm drowsy. Тихо. Тихо. Да чё вы так все разгоняетесь? Ладно, возьму сразу союзы. Justice. Magical. Погнали далее. Главное, что вот эта дружественная муха тоже наносит нам дамаг при взрыве. Вот это меня немножко бесит постоянно. Это как мозги Боба, то же самое. А то что, две шипастые комнаты? А, это босс раш. Показалось. Так, халявная отмычка. Берем. Это предмет очень хороший, ребята, плюс для золотых сундуков. Хотя у нас этих много. Поэтому пускай лучше косточка будет. Косточка получше будет. Так, мы туда еще вернемся. Ключок. Не-не, сердце, встань. Есть, все. Школьный портфельчик. Блядь, что я там на колючее наступил, пиздец. Минус. Секрет комната, да? Секрет рум. Секрет рум. Дарк. Арт. Минус. Так. Ладно, побежали тогда обратно. У нас тут еще два, в принципе, места, куда можно пойти. За золотым сундуком. Давай, рука. Да? Дружественный мух. Дружественная муха, но работает только со звездами. Так, главное сердце красное не подбирать по ошибке. Так, отлично, плюс жизнь. Заходим. Бум. Готово. Голова Крампуса. Уголек. Уголек лучше, чем голова, запомните. Потому что чем мы дальше стреляем, тем урон выше. Ну, мне минус дамаг зато. Это минус. Джокер. Джокер. Похожу с Джокером. Ладно, видите, у нас слеза даже, примик увеличен.
Даже бремик увеличен. Judgment. Так, да ладно, давай мне треньку. Магазинов уже все равно не будет. Ну и ладно, мне все равно. Full HP. Глупый предмет на самом деле. Глупый бесполезный предмет. Глупый бесполезный предмет. Можно сходить еще на одного боссика. Ну не на боссика, да, а заюзать уже сам. Саму карту это. Если нас типа снова вот это отпустят. Ну, видите, да? Пускай даже у меня дамаг не такой большой, но я разношу. Во, все, изи. Так, ладно, восстановил сердце. Так, минус. Рерол, сундук, открываем, карту забираем, ключик забираем. Нужно, главное, подальше просто отбегать. А ворд не работает, пока у меня это. Блин, не хочу просто юзать карту зря. Хотя можно сразу прожимать. Не, такое. Либо чтобы только от сердца избавиться. Как вариант. Оу. Ворм. Здорово. Блум. 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 Икслайн. Икслайн. Все. Тебя не убил. 404 ошибка. У нас не будут дропаться предметы, у нас будут только дропаться эти предметы, которые просто дают что-нибудь. Да, с этим, я думаю, у нас проблем не будет. Боссом. Только его нужно найти. Bad guess. Bad guess. Найдем, и проблем больше нет. Да, вблизи дамага у меня нету вообще. Считай. Куда мне нужно было идти? Куда мне нужно было путь держать? Наверх? Да. Так, тихо. Выходим, заходим. О, их двое. Ладно, хотя... Он не открылся, да? Значит, мы откроем. Хвост. Больше предметов из сундука. Давай. Почему бы нет? Больше дропы из сундуков. 67%. Да, много дропа. Соглашусь. Я думаю, просто так будет, знаете, намного быстрее вот реролить, чтобы вещи были именно внутри. I'm Rosie. No MC Room. Что съебочное. Больше ключей падает в сундуках. Если тот ключик брать. Так, хороший камень. Так, хороший камень. Стопы. Отлично. Даже очень хорошо. О. Голд.
Так, минус. Ой, откуда ты взялся? Шортмен. Так, давайте Фортуна взрываем. Шортмен. Полетели. А, я понял. Так, возвращаемся обратно. Я не помню, что... А, три рандомные карты. Деньги вдвойне. Солнце. The Empress. Empress. Союз и просто так пускай будет. Скелет рука. Нет. Butterfly. Не? Да, butterfly. Так, нам побежать тогда в другую сторону. Недолго я бежал, ладно. Да нет. Правильно бежал. Давай, давай. Ну, понятное дело, эпикап. То, что мы дальше не пойдем, мы лучше в финиш зайдем. Хотя можно было пойти. Блин, нужно было пойти. Я бы вам все равно в концовку показал. Мы же Зайзек еще ж не проходили эту херь. Блин. Пух-пух-пух. И пикап это жесткое оружие, типа, но оно дамажит и нас тоже. Типа как-то так, это все. В дальнейшем будем, короче, так же играть. И пикап. И будем, короче, просто заходить дальше, видите, у меня уже есть один кусочек, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока!